Здравствуйте, друзья! Сегодня в городе Арцизе открылась арт-галерея. Интересное такое место для художников, фотографов. Здесь мы увидели работу творческих людей и картины художников. И я хотел бы показать вам как раз эти моменты. Посетители галереи все это увидели в сочетании с живой музыкой наших музыкантов. И я там был и хочу с вами поделиться этими выступлениями. Приятного просмотра. Гач Тамара, Гач Александр, Скулинец Дмитрий, Скулинец Ольга, Самсонников Сергей, Дюшин Дмитрий, Павлов Виталий, Слюсар Юрий, Слюсар Сергей, Кучерявый Владимир, Наталья Андреева, Захарова Марина, Иванов Владислав, Чернышова Алена, Целикова Алла, Балманжи Павел, Едаленко Виктор. Поприветствуем еще раз наших художников. Запись Павлу Бужову и Ольгу Сердюченко. Пошли Арцизской детской музыкальной школы. Преподаватель Елена Горобей. Концертмейстер Мария Василенко.
каждый его выход зрителю – это маленькое откровение. В его игре – его тайны, в его голосе – его чувства. Его жизнь стала музыкой, а музыка – жизнью. Встречайте, Анатолий Волков!